В первый день весны отмечается Всемирный день комплиментов. Как приятные слова воздействуют на человека и почему важно делать комплименты своим близким, рассказывает наш корреспондент в следующем сюжете. Пословица гласит: «Доброе слово и кошке приятно». Однако зачастую люди забывают об этой, казалось бы, простой истине и перестают лишний раз радовать своих близких теплыми словами. Мы решили поинтересоваться у жителей Твери, почему они считают важным делать окружающим комплименты. Радостно становится, радость приносит комплименты. Повышает настроение у человека, ну просто заряжает эмоциями на весь день. Я не знаю, это просто как изнутри идет. Хочется сказать человеку приятно иногда. Это всегда очень поднимает людям настроение, и, возможно, человек сам поверит в себя, в свои силы после этого. Вот. Но это очень приятно всегда. Но я всегда делаю только искренне. Именно когда человеку это важно, когда это нужно, и когда это идет именно от сердца. Как показал опрос респондентов, многие из них считают важным делать комплименты окружающим. Продолжая поиски ответов на вопрос о значимости приятных слов, мы решили углубиться в психологию и узнать мнение специалиста. Комплименты, пожалуй, это самый доступный, простой способ проявить уважение к другому человеку, расположить его общением к вам, доставить ему какую-то радость. Мы же любим, когда к нам проявляют внимание. И всегда приятно, когда ваши отношения с кем-то складываются. Приятно, когда вас хвалят. Приятно, когда подмечают какие-то особенности в вашем поведении. Когда к вам обращаются, вызывая улыбку, проявляют к вам повышенное внимание. Вот в этот момент и выделяются так называемые гормоны радости. Из этого следует, что комплименты еще и полезны для здоровья, поэтому их можно употреблять в неограниченном количестве и как приятное лекарство от хандры и серых будней, да и проявить внимание к любимому человеку лишним никогда не будет.